это можем мог поймать. Сейчас, погоди. Да, патрики быстро кончились. Ох, сколько их на полу. Сейчас. И вот да, например, когда ребята вот один там закончились, и он берет потом, вот кто там у стены, он может их отбрасывать. Не, у нас только... Один, сколько у вас мячей дается в игру? Один мяч? Ой, ё-моё. Ранило. Сейчас, погоди, еще летят. Оп. Ну, нормально. Когда один раз попал. Давай, ладно, хорошо. Да, бывает такое, один раз попадет, невезуха, да? Наступает. Давай еще разок. Смотри, сейчас попробуй не просто уворачиваться, а ловить. Прям ты вот так вот можно прям. Можно с уворотиками. Как бы знаешь, делаешь отход, хоп, поймал, как муж, поймал. Готов? Так же двигайся, не забывай. То есть так же ловкое движение, да, делай. Да, ага, молодец. Молодец. Пули такие. Прям оп. А, ты еще отбить вообще хочешь? Ну тоже хитро. Так. Еще разок. Молодец. Ну, давай, знаешь, как попробовать? Теперь я пойду в стенки, а ты в этот выбрасывай. Угу. Ты будешь как-то за стрелка. Попробуем. Сейчас Сергей Геннадьевич, да, спортивит, наверное, крутого вышибала чемпиона района. Двое? Двое? Наверное. Посмотрим. Оп, Сергей Сергеевич, он тоже мега вышибал. Фу! Я силой мысли буду сейчас отбирать. Силой мысли просто. Оп, молодец. Старайся, да, не быстро, а четко, метко попасть. Хочется. Конечно, хочется и быстро, и... Оп, вот, смотри, как интересно. Еще давай последний заходик. Да мы так, в легкого спичечного вышибала играем. Да. То есть ты просто стоишь, он в тебя кидает? Да, можно ловить, отходить или прочее, и прочее. Вот он, смотри, там снарядов готовит. Круто, если поймать, прям еще двигаться и как бы ловить. Ну давай, смотри, сейчас знаешь, как делаете? Ты давай вставай сюда, будешь в ту сторону закидывать Сергея Сергеевича. Вставай у стенки, просто развернешься, да, чтобы потом от крапки будет пособирать, не потерять их. А он будет ловить и пытаться в тебя перебросить. Сильно старайтесь не кидать, да? О! А он, который поймает, он тебе обратно перебросит.
обратчику. Угу. Старайся метко кидать. Ну так, не сильно, а метко. В плечо, например. В какую-нибудь это, да. Угу. Давайте сейчас 5 минуточек еще. Коленки ему подрань, локти подрань. Прям так, знаешь, специально, как это, баллов-баллов повышибать. Может, ты ему по бороде попадешь? Прям пш, ранение в бороду. А ты, Серый, своим мастерством ногами попробуй их отбивать. Руками, ногами, конечно. Ну, ты же могешь. Ты же молодой, знаешь, как вертушки крутят? Сейчас только надо попасть в это вовремя. Во. Ага. И ты же на вертухан. Во. Четко. Четко, молодец. Да что ж ты так? Надо как звездочку, да, она летит лучше. Тарелка-то вот ты кидаешь, смотри, даже если ты кинешь. Смотри. Вот ты кидаешь резко, он у тебя он резко летит, да, спичный коробок. А надо, чтобы он парил. Попробуй плавнее, смотри. Вот я кидаю сейчас медленно, плавно. Вот он. Видишь, как круто. Спокойно, и все, и есть время. Во, типа того, типа того, да, молодец. Это еще красиво смотрится. Серег, ты все одинаковые взял? Нет. Все разные. Ага. Оп! Вот. И сейчас тебе Сергей Сергеевич также в обратку покидает. Чтобы тоже по дуге, чтобы ты ногами умеешь махать, Руслан? Да. Ну, чуточек, ну и все. Оп-оп-оп. Оп, ну, эй-эй. Ба! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно. А если это, прикинь, железный шар бы ты овладел бы техникой железных шаров. Оп. Ты торнадо хотел? Давай, Руслан, на место Сергея Сергеевича вставай. Так, что это такое? А это потом еще найдем. А ты пробуй отбивать кулаками, ногами. Не переживай. Да, да, не переживай. Кости тоже. Ну. Тяжело ногами учиться. Тяжело, но зато живот укрепится и вообще умение ногами махать пригодится. Серег, здорово, живем. Привет. Что-то представляешь, сейчас телефон включаю, вернее, перезагружаю, а это приходит смс, что ты звонил. Ну, нифига себе. Ну, да. Ну, нормально, звонка-то нету. А смс пришла, что ты звонил. Ну, я там смс-ку сейчас писал. А, все, сейчас посмотрю, я не увидел. Я сразу отзваниваюсь, я они прям... смс-ку сейчас писал, что там с этим текстом? Либо я сейчас просто смогу вечером заехать к Серому, если надо поставить печать, подпись вечером распечатал. Нет, еще не готово, наверное, на завтра, потому что даже если он не у этот. Серый, ты завтра будешь на службе? Да. Он завтра на службе днем будет. Ну, на завтра. Ну, а этот, что ты этому звонил? Какому? Федерации, что? Он, представляешь, трубку не берет. Он либо так за. Ну, помни же, да, что люди важные, кто в постах таких находится, они, может быть, не только «Комсомольская правда», а еще там какие-то это эмоции налетают. Это он приходил и рассказывал вчера на собрании? Да нет, его не было. А, ну, наверное, он в разъездах. Ну, знаю, опять же... Я в интернете узнал. Ага, а ему, может, кто, он или Королькову рассказали кто-нибудь? Вот такие. Ты сам что, в Покровске, в Саратове? Нет, я сейчас на даче. А, все, ты с семьей, точно. Он, может быть, кстати, он тоже с семьей дачные. Если что, Серый, в любом случае, сейчас смс прочитаю, в любом случае, а может быть, от него посмотрю и звонки, сейчас есть пропущу, это, смс-ки. Если,